Яшнабадском районном суде по уголовным делам состоялось заседание. На нем рассматривалось дело о молодом наркоторговце. Подсудимый вступил в преступный сговор с лицом с целью незаконной продажи наркотических средств. 5 марта 2022 года через Телеграм подсудимый получил координаты места, где были закопаны 24 свертка наркотического средства Альфа-ПВП, известного как соль или скорость. Виновный выкопал вещества, чтобы в дальнейшем продать их клиентам. Он выступал в роли кладмена и должен был закапывать их в различные нелюдные места. Соучастник обязался за каждый грамм скорости переводить по 27 тысяч сомов, но на работе кладмена молодой человек не ограничился. В тот же день он предложил употребить своему знакомому вместе с ним путем курения через сигарету. Вместе они выкурили одну самокрутку. В ходе личного досмотра внутренние карманы его верхней одежды были обнаружены 23 штуки резиновых полиэтиленов, внутри которых находились полимерные пакетики с наркотическим веществом под наименованием Альфа-ПВП, которым он пытался спрятать с целью дальнейшего продажи. Однако данные наркотические средства у него были изъяты сотрудниками ППС Яшнабадского района города Ташкент в присутствии понятых. Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, виновный полностью признал свою вину. Нам удалось пообщаться с ним лично. Я раскаиваюсь, действительно совершил ошибку. Не советую никому, кто смотрит меня, не работайте на этой работе, на этой сфере. Очень жесткие наказания. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями через 25-273, части 5 Уголовного кодекса Узбекистана. Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта. И статья 274, части 1, вовлечение в употребление наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ. В общей сложности виновный должен был быть приговорен к 8 годам заключения. Однако, беря во внимание сложное семейное положение, его приговорили к 7,5 годам тюрьмы. На основании статьи 59 Уголовного кодекса Республики Узбекистан путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить к отбытию наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание отбывать в колониях общего вида режима. Меру пресечения изменить и взять под стражу в зале суда с водворением в СИЗО 1 при ЕДИН МВД Республики Узбекистан через ИВС 1 ГУВД города Ташкента. Срок назначенного наказания исчисляет 27 июля 2022 года.